Всем привет! Это More Review, и сегодня мы смотрим на веб-камеру из интернет-магазина Tiny Deal. Внешне ничего примечательного, выполнено из черно-серого пластика, 120 сантиметров кабеля, заканчивающегося USB разъемом и 3,5 миллиметровым штекером для наушников. Сама камера может вращаться на 360 градусов по горизонтали и 180 по вертикали. Спереди видим, собственно, сам объектив 0,3 мегапиксельной камеры, 6 LED-индикаторов подсветки. Снизу клипса, позволяющая закрепить камеру на мониторе. Таким вот образом открывается. Сверху кнопка, предназначение которой неизвестно, и 2 микрофона. Сзади, собственно, сам выход кабеля. На шнуре имеется регулятор интенсивности подсветки довольно широкого спектра, поэтому позволит настроить все под себя. Теперь касательно характеристик. Как было уже упомянуто, модуль камеры на 0,3 мегапикселя, максимальное разрешение видео 640 на 480 точек. Присутствует автоматическая регулировка яркости и баланса белого. Сам объектив позволяет настроить фокусировку от 4 сантиметров и до бесконечности, можно сказать. Также присутствует режим видео 24 бит True Color. Возможно, это лишь громкое заявление, но камера снимает отлично на свои 0,3 мегапикселя. В темноте очень сильно вытягивает картинку подсветка. Для использования абсолютно не нужны никакие драйвера. Все спокойно подхватывается в Skype, Hangouts и других программах, необходимых для записи или передачи видео, стриминга. Так вот, как было уже упомянуто, картинка отличная, особенно учитывая ее стоимость. В данный момент камера стоит в интернет-магазине Tiny Deal $5.07. Всем советую брать и не думать. Наверное, одно из лучших предложений в данном ценовом сегменте. Видео, собственно, снятое на эту камеру, смотрите далее. Камера отличная, всем советую. С вами был More Reviews, я Сергей Черкасов. Ссылка для заказа данной камеры будет под видео. Всем пока. Всем привет. Тестовая запись с веб-камеры. Довольно широкая фокусировка, автоматический баланс белого, картинка просто суперская. Пожалуйста, все четко.